Благодарение Господу нашему, дорогая Церковь, за этот прекрасный воскресный день, который мы имели с вами, это служение утреннее. Я верю, что ваше сердце исполнено и чувств необыкновенных, и желаний перед Господом, чтобы то, что преподавалось нам сегодня, оно было в нашей жизни достигнуто. Хочу сказать, что Анатолий Иванович рассказал нам о чуде, которое он перенес в жизни своей. И слава Богу, что Господь помиловал его, укрепил его. И хочу сказать, что и в нашей церкви есть многие свидетельства о Божьей милости, о заботе Бога, об исцелении, о том, что Господь в ситуациях жизни помогает. Вот. Но на фоне всего этого хочется сказать, что иногда бывает немножко и по-другому. Мы, люди, желаем, чтобы чем побыстрее исполнилось в нашей жизни добро, пришел Божий ответ, Господь исцелил нас, чтобы чем побыстрее пришел ответ от Господа. И когда мы читаем в послании евреям, где апостол Павел в 11 главе перечисляет героев веры, и среди этих многих героев веры, которых мы знаем, там многие чудеса перечислены. Вплоть до того, что жены получали живыми умерших, и что они имели в жизни многие победы и многие чудеса. Но о некоторых людях написано, что они не получили обещанного, хотя они верили, но не получили обещанного, а только издали видели онное. Друзья, но в дальнейшем сказано, что Бог не стыдится таких людей, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Дорогие братья и сестры, только у Бога начертан план для нашей жизни во благо для нас. И многое-многое, чего нам не всегда известно. Нам хотелось бы, чтобы наши желания, они так быстро осуществились. И мы искренне молимся об этом Богу и ожидаем. Да, Господь иногда отвечает, а иногда этот ответ и задерживается. Но все во благо для каждого из нас, друзья. Несколько стихов хочу прочитать из Священного Писания. И из послания Якова, апостола Якова, прочитаю несколько стихов. Первая глава послания Якова и второй, и немножечко ниже несколько стихов. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». В жизни каждого из нас, друзья, Бог работает, чтобы мы были духовно богаты, чтобы в нашей жизни происходили перемены внутренние прежде всего. Бог заботится о нашей душе больше, чем иногда заботится о нашем теле, о нашей жизни физической, о нашем благе земном. У Бога больше заботы, потому что наши физические потребности и нужды, они не так долговечны. Мы с вами летим, и наша жизнь
как сказано в Писании, как пар, появляющийся на малое время и исчезающий. И вот в этом полете земном, кратковременном, Бог хочет успеть сделать нас богатыми духовно, потому что это внутреннее духовное богатство, оно так нужно на грани вечного. Оно именно станет тем критерием для того, чтобы шагнуть в будущее, друзья. А это наша цель. Это наша основная цель. И Бог заботится. Интересно, что здесь говорится, что даже с радостью, когда придут испытания в жизнь верующего человека, радуйтесь. Говорит, с радостью это все принимайте. Потому что Бог через скорби, через испытания в нашей жизни, Он производит в нас качества. И одно из качеств хороших, одно из качеств нашего характера, я так выражусь, один из плодов очень замечательных, который вырабатывается в нашей жизни, это терпение. Терпение, друзья, это сильное качество в жизни на земле у человека. И особенно у верующего человека. Интересно, что это качество терпения, оно, вы знаете, как страж, как привратник нашей души. Он как телохранитель, сильный телохранитель. И если есть у нас ангел-хранитель, то терпение второй. Рядом стоящий хранитель нашей души, без которого человек теряет многое, друзья. И четвертый стих, который следующий за этим, он говорит, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенный во всей полноте, без всякого недостатка. Вы посмотрите, терпение отвечает за наше совершенство. Терпение делает человека способным быть совершенным. Хотя оно вырабатывается в очень сложных условиях, друзья. Мы любим с вами пищу из мучных изделий, и хозяйки любят приготовлять разные вкусные блюда с муки. Но мука, друзья, достигается путем жерновов. Жернова это два камня, между которыми попадает зерно, и в пыль его растирает. Без этих жерновов муки не видать. Если бы вам насыпали пшеницы, принесли хоть мешок и сказали, пожалуйста, готовьте из этой пшеницы, что только душа ваша пожелает. Я думаю, было бы сложно хозяйкам нашим вообще что-то поставить на стол. Точно так же, друзья, в нашей духовной жизни, в нашем характере, в плодах наших, вот это терпение, оно в жерновах вырабатывается. Другого пути нету. Терпеливый человек – это человек, способен быть совершенным. Несколько хочу обратить ваше внимание еще. Вот здесь послание Якова. Говорится тоже о терпении.
И 5 глава Иакова и 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Сколько можно терпеть этого человека? Сколько можно слушать этого человека? Сколько можно его терпеть? На работе ли? В подъезде ли? В семье ли? Сколько можно его терпеть? А здесь написано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Друзья, Бог заботится о нашей душе и хочет, чтобы это качество благословенное все-таки оно было у нас верующих людей. И оно вырабатывается в скорбях, в жерновах скорбей. Это хорошие жернова, приносящие хороший плод. Немножечко дальше прочитаем этот 7 стих. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Дорогая церковь, самое главное – это то, что впереди у нас, о чем мы верим, о чем мы чаем. Самое главное впереди у нас. И мы поэтому здесь, в доме молитвы, что мы верующие люди, и верим в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, и верим, искренне верим, что когда наша земная, наш путь, эта тропинка окончится, о чудо, мы увидим своими глазами, это правда, мы увидим то, что обещал Бог. Это будет прекрасно. Как сказано в Писании, не видел того глаз, не слышало ухо, и на сердце не приходило человеку, что Бог приготовил для любящих Его. Ради этого Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир и проповедовал людям Евангелие Царствия Божьего. Именно ради проповеди Евангелия Царствия. И ради того, чтобы люди туда попали, в это Царство Божие, Он заплатил цену. И ценою этою было, заплатил за нашу вину, за наши грехи. И ценою этою было самое великое. Он отдал самое дорогое – жизнь свою, чтобы купить нам Царство Небесное для нас, верующих людей. И Он обещал, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Кто будет веровать, спасен будет. Друзья, для верующих людей Господь обещал жизнь вечную. И это обещание, оно верно. Но земледелец ждет долго дождя, терпит. И написано: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Еще одну мысль хочу сказать. В чем надо особенно проявлять терпение? И это говорит 9 стих. Прочитаем еще 9 стих этой же главы 5 послания Иакова. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Этот стих затрагивает
тему и открывает, где больше всего нужно проявить терпение человеку, друг к другу, человек к человеку. Больше всего там нужно терпение, друзья. И мы верим, дорогие, что Господь поможет нам. Хочу прочитать еще из послания Римлянам. Вот. Несколько стихов. И 5 глава послания Римлянам с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Благослови вас Господь, дорогая Церковь, чтобы мы помнили, что не всегда бывают дни радости. Не всегда в нашей жизни бывают дни счастливые. В кавычках скажу, солнечные. Бывают серые дни, бывают хмурые дни, бывают и злые дни. Но Господь хочет, чтобы в эти дни, такие неблагополучные, мы могли проявить и терпение, и верность Господу Богу, доверие Ему. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Вот в этом злострадании, друзья, в трудные минуты жизни, когда приходится не улыбаться, а плакать, есть что-то ценное, есть что-то важное. И чтобы извлечь драгоценное из этого, нужно терпеливо пройти жемчужина, друзья. Это драгоценнейший камень. Она вырастает от скорби. Когда в тело моллюски, раковины, попадает песчинка, от этой боли, от этой скорби, я так скажу, от этой болезненности, опухоли этой внутри, этой раковины вырастает жемчуг. Это чудо происходит, самый драгоценный камень. Точно так же, друзья, среди скорбей, которые иногда встречают нас на земле, терпение приходит, драгоценнейший камень, который так нужен верующему человеку перед Господом Богом.